Друзья, всем привет! На днях меня клиент попросил протестировать для него финку. Ну, финку мою, классическую. Вот так вот она выглядит. Покажу вам ее сейчас крупным планом. Собственно, сами ножны. Тест попросил сделать такой необычный. Это, значит, первую это метание данной финки. Давайте я сразу буду показывать крупным планом и будем сейчас ее тестировать. Так, это метание, значит, в деревья. Но деревьев у меня нет, я природу люблю, поэтому извините. Вот, следующее это открывание консервных банок. А банков у меня тоже нет. Есть вот забор мой любимый. Так, заодно метанем, попробую попасть с первого раза. Если получится, пройдет, то будем считать, что и банка открыта. Ну и дальше я вам покажу, для чего она нужна на тестах действительно настоящих. Так, смотрим. И буду снимать одним кадром. Я попал. Мужики, смотрите. Попал. Буду снимать одним кадром, потому что я один, сами понимаете. Попал. То, что финка, мол, умрет, там туды-сюды, с микроподводом здесь в 0,3. Конечно, вот он заусенец, я не буду врать, вот здесь есть. Но это любой нож затупится, да, в железо. Итак, финочку я ложу, переходим к дальнейшим нашим действиям. Буду двигать так камеру. Будем просто считать то, что открыли мы в данный момент консервную банку. Я тут немного готовился, для чего же нужен нож. Вот смотрите, вот это... У нас березовая полежка. Я думаю, ни у кого сомнений не будет. Вот. Вот это вот делается, знаете для чего? Правильно. Это чтобы в походе, в тайге, на рыбалке там, неважно где, можно было развести костер, когда нет бумаги. Вот таким вот образом. Ну, охотники, промысловики именно так делают. Вот, потом сюда подкладывают, и костерочек, считайте, у нас удался. Вот это, я считаю, тест нормальный. Так, я с вашего позволения вот сюда положу. Пускай пока разгорается. Да, в походе я поверю, там, что нет у нас... Нету у нас разделочной доски, там есть камень. Так, сейчас, секундочку. Так, финочку видно, да? Я ничего не убираю. Костерочек горит, да? Я думаю, лайфхак так удался. Так, следующее. Я немного, говорю, готовился. Это по просьбам. Это продукты. Как чистить картошку? Смотрите. Вот я вам... Наглядно показываю. Я думаю, что все вы видите, что картошечку данной финочкой легко почистить. О, ну, одной и той же финкой. Вот. Финка, она недорогая. Она достаточно, так скажем, каждому может, ну, по карману. Цена ее 6700 рублей. Так, вот когда я режу вот на этом, она, соответственно, тоже, если мы носиком задеваем об камень, он будет садиться. Твердость в ней 62,5 единицы. Это H12MF Крио. А картошку вы смело можете нарезать и жарить. Думаю, видно. Есть у меня колбаса брауншвейгская. Одна из моих любимых. Так. Берем эту пленочку сейчас. Вот. Аккуратненько. Тоненечко. Все делаем. И режем. Я сейчас сделаю бутерброд и съем ее. Помидорка. Ах, мама дорогая, это домашний помидор. Домашний помидор вот такой вот. Не магазин, и домашний. Запах. Ой.
Бомба. Ну, режет, да? Носиком режут, чем втыкал. Режет. Я думаю, всем видно. Так. Это все я показал. Ну, клиент, это я просто по просьбе. Я знаю, что метать и все это, я это не люблю. Следующее. Так, у нас... Вот что я присмотрел еще. Вон у меня тут растет, зараза, трава. Крапива. Вот ей можно скосить. Ну, это тоже дело. Во. Во. Вот эта финочка, доступная практически каждому, наверное, у нас русскому мужику, пожалуйста, они всегда есть практически в наличии. Заказывайте. Там есть, правда, пескоструй, клинок. Пескоструй, а есть зеркало. Ну, по мне, вот, допустим, пескоструй, он как-то поинтересней. Ну, у каждого свой вкус. Заказывайте. Ссылку для заказа, WhatsApp, номер телефона и ссылку на телеграм-канал я оставлю под данным видео. Если кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и обязательно подпишитесь на телеграм-канал. Да, и еще по поводу выставок. В Москве они будут представлены на выставке «Клинок», на выставке «Охота рыболовства на Руси» и в Крокусе на «Охота рыбалка» в конце августа. Ну и в сентябре, и в ноябре там на выставках. Пожалуйста, это я буду, приходите. На этом все. Какие будут вопросы, пишите в комментариях. Тесты, сталей, ножей, условия, техзадания. Прошу все писать, чтобы было всем проще нам с вами общаться. На телеграм-канал, повторяю, обязательно подпишитесь. Там много интересного, конкурсы и просто хорошие ножи каждый день выкладывают со скидками. Всем удачи, всем здоровья. Да, еще забыл сказать, мужики, по поводу удобства. Эта финка, она удобная, как походный вариант. Вот, скажем, положить в машину вот эту финку, как универсальчик, это будет в кайф. Конечно, это нож не резак с такой геометрией, но это нож для души. И эта финка, она... Поверьте, она будет у каждого. Вот дол, вот это все с таким долом от финки, от нашей, ну, от прошлого, так скажем. Частичку прошлого вы забираете себе. В принципе, вот. И никакого холодного оружия, кто-то там что-то говорил. Здесь нет упора. Здесь прямая классическая финка, травмоопасная рукоять. Все. Всем спасибо.